Погоди, вагон типа Е, номер 3192. Вот тут, значит, его салон, вот эти светильники оригинальные. И вот еще старая схема. Линкруст, не оригинал. Рамы окон деревянные. Боковинки вот эти. Люди, пихающиеся... Люди, которые пихаются локтями, не пройдут. Мягкие сидухи. Внимание, дежурный по станции Автово. Машинист электропоезда Чилигин принял. Редуктор, кстати, как пролезть. Не переключать. Я больше не буду. Я тут столько стоял, ждал. Ладно, давай порулим. Я еще порулю. Ладно, сейчас он порулит. И потом я сяду за ним. Так, значит. Сейчас я рубильник тебе, аккумулятор на батарее не нафиг. У тебя как ты канал называется? Роман Максим Эдуардович, у меня канал. Компрессор-то включи, чтоб поехать. У тебя на аватарке вместо головы электричка? Я вместе, я на фоне с поезда там фоткаюсь. Даже никто пока курить не хочет. Да? Согласись, прикольно то, что мы... Ага. Втроём. Так. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Он работает там? Объявляет? Да. Или нет? По-моему, да. Внимание. Там, по-моему, говорится где-то. Внимание. Подождите. Ладно. Только мне, я нет, я тогда... Это чё? Это Сидуха, хочешь сядь? Всё, теперь я могу рулить, ура! Сидуха помощника. Да, помощник тут... помощник иногда вон там сидит. Помощники ещё вот здесь могут сидеть. А ты знал то, что пить? Ё-моё, ты чё так хлопаешься? Так, хочешь, давай заведём его. Не, он не заводится, он не поедет никуда.